Всем привет, с вами Диана. Сегодня я еду в лагерь, там тренировки будут по 4 часа, так что мне будет некогда скучать. Увидимся в машине. Мы в машине едем. Я уже скучаю по дому. Look at you, 난 뭐 감당해 날 You took off hook, 기분은 cold like brew Look, my toe, 내 액시름 tattoo I got to drink up now, 네가 싫다 해도 좋아 Why are... Я в лагере, я сейчас в номере, будет обзорчик Окно Его открыть? Вот Варя Это моя комната Вот еще одно зеркало. Это ванная. Это коридор. Телевизор есть. Вот это моя местность, моя кровать. А вот это Марусина. И шкаф. Вот такие вот у нас хоромы. Хоромы не очень. Ну ладно. А, точно, балкон еще, но я его потом покажу. Мы сейчас были в столовой. Там просто еда была обупенная. Очень классная. Это она лучше школьной столовой. Я себя снимаю. Мы сейчас были в басике, и я вырвала, наверное, себе 30 клочков волос, пока расчесывалась. Это было просто невозможно. Сейчас я буду делать дульку. Делаем. Мы сейчас собрались на тренировку, но у нас пока что еще уйма времени. Мы не знаем, что нам еще поделать, поэтому мы просто пока что бродим, ходим по номеру и играем в телефон. Мы сейчас пришли со столовой, там просто было обалденно. Я хочу жениться на котлете. Она слишком вкусная. Нет, котлета моя. Моя котлета. Она моя. Она моя. Я это не заставлю. Я сейчас только что вернулась с тренировки. Она длилась час, но для меня это была бесконечность. И я просто сдохшая. Я не могу, у меня уже глаза закрываются, а мне еще надо отдать Татьяну Олеговну, нашего администратора, чтобы она нам принесла сок и печенье. Всем привет. Привет, Варя. Сегодня был очень насыщенный день. Да. Будем еще. Нам еще надо четыре искупаться. Дня. Нам еще надо искупаться. И у нас еще 4 дня или 3. Короче, дофига дней. Можно считать, что первый день закончился. Сейчас нам принесли печенье и еще вишневый сок. Вишневый сок мы уже выпили, и печенье тоже. Печенье было от Любавы. Очень вкусно было. Да, очень. Сейчас мы будем ложиться спать. Уже отбой. Угу. Уже как 10 минут. Всем доброе утречко. Я просила, чтобы меня разбудили в 6:30, а меня разбудили в 7. Но я за 17 минут уже собралась. Так что я не знаю, зачем я просила в 6:30 меня разбудить.
нам надо в 8 быть внизу, потому что у нас будет зарядка. Сейчас мы вернулись со столовой. Я надеялась на мой любимый омлетик. Была какая-то каша, от которой меня чуть не вырвало. Меня тоже. Сейчас я кто стучится? Это были девочки, они потеряли ключи от номера. Они готовы. Все занятия прошли. Они были 3 часа. Нам дали задание придумать танец. У нас музыка... Какие-то детские танцы! Да, нам дали задание детские танцы. От 5 лет! Да, и у нас песня «Синий трактор». А у меня фиксики. Да, фиксики. И какая-то Даша корова. Корова Даша! Мы сейчас пришли с тренировки. Мы придумывали танцы, нам давалось 3 часа. Мы придумали... Мы придумали танец. И еще 2 группы придумали танец. Нас распределили по разным группам. Несколько человек из нашей группы, несколько человек из другой. А дальше вы поняли, да? Если нет, то поймите. Все нормально-то. В 19 у нас ужин. Я не знаю, какой сегодня день. Наверное, 2-й. Почему этот день такой длинный? Вот я не понимаю. Мы сейчас вернулись с тренировки. Время 21:10. Еще час и будет отбой. Сейчас мы пойдем мыться. Надо по-быстрому помыться, а то отключат воду. Ночью отключат воду. Я сейчас вернулась с тренировки. Я проснулась где-то, наверное, несколько часов назад. Мы сейчас идем в столовку уже на обед. Просто не было времени для того, чтобы это снять. Хоть бы там не было гречки, пожалуйста. Сейчас обед, а не ужин, девочка моя. Мы сейчас вернулись с тренировки. У нас отключили свет и воду. Я не знаю, как я буду сушить свои волосы. И мы придумывали снова танец. Мы еле-еле его придумали. В последнюю секунду успели его повторить под музыку полностью. От начала до конца. И мы вместо отработки пошли в бассейн. Я не знаю, правильно мы сделали выбор или нет. Я сомневаюсь в этом. Я тоже. Нам сказал директор, что если мы получим последнее место или предпоследнее, плохое, то тогда мы не пойдем уже в этом семестре. Нет, он сказал только третье место, второе не говорил. Если мы получим 3-е место, то тогда мы не пойдем больше в бассейн в этой смене. Сейчас я вернулась. Мне Маруся светит фонариком. Не знаю, видно ее? Вот Маруся тут стоит. Светит мне фонариком, чтобы меня хоть как-то было видно. Жесткая жесть. Приехали, называется, в лагерь. Это не лагерь. Это лагерь. Называют это... ты поняла. По-другому. Немного стрёмно. Особенно в туалете. Там вообще нету ни одной искорки. Вот так вот и живем в лагере этом. Всем доброе утречко. Мы проснулись уже несколько часов назад. Мы проснулись, я проснулась в 6:30. Мы пробежали 3 круга, как всегда. А мне карты дали дополнительные за какие-то промахи. Меня заставили есть 2 бутерброда на завтраке, потому что я не ела хлопья. Они были размокшие, а я ненавижу размокшие хлопья. У нас отключили свет. Поэтому не сделали нормальную... Поэтому не сделали нормальную еду и еще отключили воду. Поэтому мы не смогли помочь. Завтрак был очень вкусный, а хлопья холодные. Да, молоко было холодное. Хочется еще раз, чтобы отключили воду. Сейчас 13:22. У меня начали вонять чем-то вещи. Я не знаю чем, они серьезно начали вонять. Я их переложила в другое место, надеюсь, что они проветрятся. Через несколько минут мы выходим в столовую обедать.
у нас сегодня наконец-то не будет задания для постановки. Мы будем доделывать танец для того, чтобы выложить его в инсту. Мы сейчас вернулись с бассейна. Мы уже собираемся на тренировку. Она будет примерно через 20 минут. Мы должны встретиться у бассейна. Ты что делаешь? Мы будем репетировать танец, который нам поставил учитель. Да. И у нас опять будет это сходить. Завтра будет супер-мега-баттл. Завтра будет супер-мега-баттл у нас. Вот. Почему? Вот почему у нас опять РФД? Я не люблю РФД. Ненавижу, фу. Тренер Лоу, РФД. Да. Сегодня будет уже ничего интересного, поэтому до завтра. Послезавтра я уже еду домой. Ура! Я проснулась. Скоро у нас будет зарядка. Завтра мы едем домой. Я очень рада. Через полчаса мы должны быть возле бассейна танцевать танец, который нам придумали. Его выложат либо в Телеграм, либо в Инстаграм. Я не знаю, куда именно, но куда-то выложат. И еще у нас опять какая-то постановка. У нас были всякие разные парные движения, и мы должны составить танец почти весь, или, а лучше всего весь, который состоит из парных движений. Сейчас мы пойдем вниз, мы поставим стулья, возьмем спрей от комаров, там будем сидеть и разговаривать. Сейчас уже вечер, да, не засняла половину дня. Да. И они там шумят, мешают мне записывать видео. Почти под нами, короче, очень рядом живет шеф, точнее директор нашей школы. А они там орут, как бешеные собаки. Невозможно! А ты, Катя, крокодил ручей. А я пупсик. Попугай. А я пугает. Короче, скоро отбой, мы сейчас собираем вещи. Ура! Завтра я увижу Соню, всех увижу. Ура! Вот я вроде бы собрала все вещи, но кажется, что нет. Потому что мне остались еще пакеты, в которых серьезно лежали вещи. А все вещи уже упакованы. Я не знаю, какие вещи я забыла, но вот этот стул я понесу в руках. Короче, я надеюсь, что я ничего не забуду. Мы сейчас потихоньку начинаем выходить. Я очень рада, скоро я увижу своих родителей. Я жду, пока папа и Диана приедет. Всем пока. Это ее младшая сестра. Он очень долго едет, дождаться невозможно. Вот, наконец-то, я дома. Мне очень понравилось в лагере. Делаю выводы. Мне очень понравилось там. Там появился новый предмет у нас. Мы купались в бассейне. Было меньше кругов. Надо было меньше кругов пробежать, чем в прошлом году. И, короче, мне все понравилось. Еда была вкусная, кроме каши. Сегодня я ее еле-еле съела. Ну, мне все очень сильно понравилось. Короче, мне все понравилось. Я тоже вам советую съездить куда-нибудь в лагерь. Съездить в какой-нибудь лагерь. Я не прощаюсь. Я с вами не прощаюсь. С вами была мисс Диана. И всем пока!